Если ты ценишь искусство, современное искусство, экспрессионизм, постэкспрессионизм, я новое направление в искусстве открыл, и Ван Гога ценишь, почему тебе не полюбить меня? Почему бы тебе не выбрать меня? Мы сможем говорить об искусстве, я покажу тебе свои картины, ты будешь на моих выставках, я буду на твоих выставках. Я буду заниматься с тобой любовью день и ночь, потому что у меня мощная потенция, короче, от природы. Я не знаю почему. Если ты возьмешь статистику средней потенции, там, количество раз, когда занимаешься любовью, то у меня это, для меня это просто шокирующие маленькие цифры. Я не знаю, что с ним, что такое. У меня вот все супер круто. Если ты любишь заниматься любовью, то ты получишь это. Смотри. Потом нос там. Ну, внешность ты мой видишь, короче, волосы идеально здоровые. Илон Маск или этот Павел Дуров, они себе волосы пересадили, потому что у них волосы лысели. У меня ничего не лысеет, у меня волосы никогда не полысеют. Они быстро растут, они очень густые, борода мощно растет. А у меня это поседеет только в старости. Не курю, не пью с рождения, мне нет склонности к этому вообще. То есть у твоих детей не будет склонности к зависимостям никаким. Я к тому же знаю, как можно это. Ошибку моя мама совершила, она кое-что делала, из-за чего у меня зависимость компьютерная вырвалась, но теперь у меня нет компьютерной зависимости фактически. Короче, разговариваю я без дефектов. При этом я жил в 90-е, там не было нормального дефектолога. То есть, если бы я родился с дефектами речи, я бы сейчас был с дефектами речи, но у меня нету их. Потому что не было дефектолога тогда, в 90-е годы. Слишком я худой, да, но повредили меня в роддоме, когда вытаскивали, еще закололи антибиотиками, но я все равно выжил. Для того, чтобы продолжить свой род. Картины я сколько создал? Сотни картин. Ты можешь уважать, любить художника, и достоин ли художник продолжения своего рода? Посмотри, какие руки будут у твоих детей. Длинные, тонкие пальцы, красивые. Это не болезнь, это нормальные пальцы просто. Смотри, какие суставы там. Все. Идеальные белые зубы, даже если они будут пить кофе дофига, все равно белые зубы. Я даже фотал. Зубы идеально белые, даже после 10 чашек кофе, когда я раньше пил. На скрипке я отучился играть, у меня мозг чуть-чуть развит более, чем у обычного человека, потому что я скрипка — это очень сложный инструмент, и я окончил по скрипке обучение. Господи, переведите это на английский язык, на любой язык, пусть хоть какая-то девушка меня заметит, потому что в этом городе ни одной девушке такой, как я, не нужен. Здесь пропаганда, здесь выращивают мужчин на убой просто. Здесь не нужны мужчины интеллигентные, там, красивого вида или еще какие-то высоконравственные. Здесь нужны просто на убой, чтобы бухал, курил, дрался и все. И на пенсию пораньше не вышел. И на убой их скоро, нас скоро. Военная пропаганда такая идет здесь, что скоро на нас на войну просто отправят, и все пушечным мясом. Прошу тебя, переведи на английский язык это и распространи, где можешь. Я художник Александр Алёнин, Тихон Мышин ВКонтакте. Сейчас. Мощная потенция. Мощная потенция. Если ты любишь заниматься любовью там 10 раз в день, то для меня это расплюнуть просто. Блин. Вот, смотри. Это один из моих стрёмных рисунков. Ну, это так, зарисовка. Вот, смотри. VK.com Outsider Art. Александр Алёнин. Можешь посмотреть на мое лицо, когда оно не бритое, оно когда не выбритое, ты посмотришь на лицо, ты не узнаешь меня. По ссылке там будет
Короче, ты найдешь в аватарках, где я не бритый, ты офигеешь. Меня здесь ни одна девушка не выберет в этом городе. Здесь девушки выбирают только патриотов, которых на убой пустят. Просто кучка банкиров, кучка этих, кучка политиканов массово пустят на убой. Вот и все. И меня тоже пустят на убой. Они никого не пожалеют. Поэтому, если ты хочешь, чтобы твоего ребенка, ты хочешь, чтобы ребенок был, короче, хорошее качество передались, идеальные зубы, белые и до старости здоровые, идеальные волосы, борода, руки, телосложение без капли жира и все такое, глаза глубокие, там, нос ровный, без дефектов речи, ну, пожалуйста. Вот он я. Я могу чем хочешь с собой поделиться, можешь жить у меня, но лучше в России не жить, потому что здесь скоро на убой нас отправят. Я могу с тобой поделиться чем хочешь. Я не буду никогда на тебя ругаться, я спокойный человек. Человек я спокойный, с психикой у меня нормально. Если ты будешь ругаться, я никак не буду реагировать вообще. Это клевета, то, что там мне оклеветали, что я типа рук поймал. Потому что я целовал свою девушку до засосов. И они подумали, что, ну, добрые люди подумали, что... Ну, они просто... Ну, действительно, потому что ты действительно похожа. Это сложно отличить. Засоса от поцелуев, ей нравилось это. У меня была девушка, которой было 18 лет, и она была девственницей. Я с ней познакомился в Москве, и мы 3 года были в отношениях, вместе жили там, бродяжничали по Москве даже. Просто из-за того, что я пессимистичен слишком, но я не буду с тобой пессимистичен, я буду просто молчать, либо говорить тебе подбадривающие вещи, я не буду тебе мозги капать никогда, клянусь. Клянусь Христом, я не буду тебе занудой для тебя. Все.